Всем привет, дорогие друзья, с вами Котобот, и это канал For Friend All Again. Это выглядело мило, но правда ни капельки не будет. Мы поиграем в игру At CP. Так, начинаем новую игру. Как нам ее назвать? Как же ее назвать? Ну, в общем, это название описывает полностью меня. Опа! Что-то произошло. Оу, мы... Что? Погоди. О, какая у нас кровать. Чистая. Ой, да. Как удобно. Так, значит, нажмите таблицу своего инвентаря. Господи. Класс D. Понятно. Так, в общем, тут рассказывается про наш класс, есть там другие классы, надеюсь, ну там есть учёные, какие-то там... Ой. Не понял. Ну, очень интересно. О, привет! Ты разговариваешь? Погодите, ты можешь так? Тут у него голова. Ты толкаешься. Я не понял. Чё, борзый что ли? Чё, офигел? Ну поэтому иди отсюда. Почему? Ну ладно. Он залагал? Погодите. Куда он идет? В смысле? Я сломал игру. Куда он идет? Ой. Я иду за тобой, парень. Блин, сломал игру, черт. А если не хочу? Он меня обидел. Ты чмо? Почему ты меня обидел? Что? Что с вами, ребят, не так? Я в смысле не пойму ничего. Люди, ау, вы одумайтесь, что с вами не так? О, привет. Ты, у тебя все, с тобой все хорошо, да? Ты успокоился, да? Ты делаешь такое, когда тебе скучно? Погодите. Привет. А если так? Бэбэ. Можно закрыть это? Почему нельзя? А это? Можно закрыть? Нельзя. Все закрыто. Ой. Так ты разговариваешь-то? Ну, камера. Еду посмотреть. Он не дал посмотреть, откуда он взял. Ах ты, извращенец, откуда ты взял листочек? Привет, ребята. Ой, господи, как мне. Ты хочешь? Не хочу. Не, это не привычка контрол нажимать. О, открытый дверь. Ну давайте я выйду. Чё мне? Может, не нравится, что я вышел? Я отсюда. Хахлалка. А! О, привет! А, ты уже тут. Ты почему моих друзей убил? Вот же жопа. Крутится, вертится шар. Фига себе, хорошо. Ну, привет. Чё, люди? Не, это реально ненормально. Ну как эта игра сделана? Вот как криво. Кто ее делал? Какой-то криворукий. Ну ладно, пойдем. В смысле? ЧЕГО?! Я не виноват, что ты просто взял накурился чего-то непонятного и пошел в стенку. Что я тебе не так сделал?
В смысле? Ты меня пристрелил за то, что я просто ходил, то, что твой коллега взял, просто воткнулся в стенку, потому что он что-то накурился. Надо написать заяву в эти, чтобы они следили за здоровьем своих. Ну как так можно копы-то доставлять? Вообще нормально. О! О! Наконец-то! Ой, так, значит, F5 уже сохранять. Game progress saved. Вау, будет сохраняться все время теперь. Ой, там, ну какая красота. Чё? Ой, там сзади люди. Shift to run. Left, причем shift. О, это... Кто обосрался? Кто от страха обосрался? Я не понял. А кто умывать будет? Я не понял. Да что это за... Что это у них такое за компания, которая, блин, одни курят непонятно что. Тут перевернуто все. Боже, тут я обосрались. Наконец-то открылась единственная дверь, которая за все же может открыться. Так. А! Ну как по мне, всегда надо закрывать с собой двери. Это что такое? Закрой дверь. Не пали контор. Так, ой! Это что? А, это у нас череп. А-а-а. Ну да, девочка немецкая. Потом поймете, когда, если захотите, чтобы я продолжал эту игру играть. Конечно, это же не будет обычная игра. Кто это попал? Не-не-не-не-не, слишком рано. Слишком рано. Очень рано. Слишком рано. Или к какому-то Майнкрафту. Ой, я что, спалил? Это что было? Это что такое? О, офига, дверь сама открылась. Да нафиг тебя. Там тварь сидит, это... Это статуя. А что это? Что это? Какой-то коридор. Закрывается во все время дверь, потому что... Сзади это чмо, блин, моргающее придет к нам. Это что такое? Не-не-не, тоже не хочу сюда идти, мне страшно. Ты куда же идти? Твою мать, ты уже здесь. А! А не сохранился! Ты ёханый баба! Да ну нафиг эту игру, но я сохраняться не могу вообще. Чё-то... Вот гейм. Ну, вообще круто, сохранение божественное. Просто божественное сохранение. Сейчас всё трясётся. Господи, хватит тверкать, блин. Так. Нам нужна тут карточка, у нас карточки нет. Поэтому пойдемте отсюда. Ой, боже. Блин. Как ты умудрился отрать на потолок? Ты вообще... У тебя вообще мозг потек? О, эти двери бесконечные. Иллюзия обмана. Так, у нас есть чашка. И... Уровень карточки, нормально. Ну, в общем, я знаю, что эти двери, они бесконечны. То есть, смотрите. Открываем. Вы видите, ачивку пропустил. А, это же ачивка не в стиме. Но все же, ну вот, во всем ачивку. Вот, открываем. И видите, что они бесконечны. И это никак не влияет. То есть это не то, что там бесконечная какая-то лаборатория. Это просто такая иллюзия. Так, значит, так, как там... Да... А, что там? А. Баль! Я опять не сохранился. Откуда ты вообще взялся? Ты, бля, а как ты открыл дверь? Ты чё, каким... Как ты не гибкий вообще, ни капельки? Хотя я знаю, но говорить не буду, как он открыл дверь. Хитрая задница. Надо бегать. Ой. Ого, мы сохранили. Ну чё, скидок сейчас сохранится. А, он их перерезал. Ой, тут только что были живые люди, теперь их нет. Ой, привет! Ой! О, привет! Ох. До свидания. Вот
Тварина, он когда я моргаю, то он открывает двери. Ты что такое? Тварь. Не, ну что это за... Что это за имба такая? Я ж изи поставил. Ой, блин. Пожалуйста. Ты принимаешь? Я тебя прошу. Мне нужно сарай, черт. Ну, в общем, эта машина... На... Может, эту карточку перевести в самую максимальную. И с помощью ее можно открывать любые двери. О, ноты, что ли? Да, ноты. Опасность. Вообще. Их опасность заключается в том, что когда... Они, в общем, написаны кровью. Они тебе поют мелодию, которая, знаете, как русалочки. Это не русалочки, это какие-то. Вот, и они, в общем, типа, вас завлекают. Что это такое? Я такого не помню. Вот так. Вот это вот я вообще не помню. Это, наверное, после обновления. Никого не осталось. Вот это вот я вообще не помню. О! А, это Мишка! Привет, Мишка! Опа! Видите, он слишком быстро попадает. У него такие глаза были. Просто уходит. Ой, здравствуйте! Пропустите, пожалуйста, до свидания. Попробую только открыть эту тупую дверь. Если выход это против этого, иди. Здравствуй. Вообще надо бежать задом к ним. Ух! Статуя меня уже задолбала, меня преследует везде. Понимаете, самое интересное, что она телепортируется. Хотя нужно телепортироваться в обыкновенном про... А. Что? Вернулись обратно? Мы прошли круг и вернулись обратно? Это куда еще? Не-не-не, я не люблю лифты. Вообще не люблю. Издеваетесь, что ли? Опять это какой-то кошмар. Нужно только открыть дверь. Он сейчас прибьет. Открывайте дверь! Я что, закрыл дверь? Нет! Каким-то образом выжил. Богом... Ой. Ладно, сохранимся. Я выпустил, в общем, богомола. Вот он тут. Должен был быть богомол какой. Судя по размерам этой клетки, он должен быть большим. Но это не так. Это черная дыра. Лучше в нем не идти, потому что он засосет. Ты попадешь в детку. Я что-то был, по-моему. А, нет, тут не был. Или нет, или был. А здесь был. Поэтому уходим отсюда. Буду все равно моргать перед входом в дверь. Открывай, черт тебя побери. Так кто все время закрывается? Что это за этикет такой людей, блин? Он вообще не закрывается свои двери, вообще не культурный какие-то. Я что, до начала пришел? Да какой мы... Как отсюда выбраться вообще? Ты что, зацикленная комната, что ли? Ну что это за... Ладно, давайте пойдем по прямой, тупо. Это, честное слово, ну какой-то кошмар. Как это пройти? Уже я, блин, сюда же пришел. Тут уже дед паупа... А, женщина или это мужчина? Ой, мужчина, здравствуйте, такая красивая гримаса. Что? Ой, вы пропали. А, нет, вы появились. Ладно. А, это вот бесконечные двери. Где мне теперь идти? Где я нахожусь? Вот где я нахожусь? Покажите мне. Давайте пойдем сюда. Тут уже был! Реально зацикл. Просто цикл. Ладно, давайте уже по памяти идем. Куда я пошел туда? Вот, это вот. Блин, ну я сюда не мог попасть. Поэтому этот вариант отпадает. Потом тут реально обычная просто. Первая комната, это вот ужасная с нотами. Потом? Тут вопрос.
Давай сюда пойдем. Если бы тут был 73-й, я бы его моргнул на него. Все, кошмар был. Можно просто автоматически моргать, если оно надо. Да ёпер, СТ. Это нереально. Где найти выход? Безысходность. Реально. Как это вот, ну, как это? Ух ты, я думал, тут нет выхода. Туда я точно никогда не пойду, честное слово, вообще. Только если ваши лайки. Все. Если это видео наберет, ну, нормальное количество лайков, то я пойду. Покажу вам, что там может быть за жесть. Там очень страшно. Лучше туда не ходить. Блин! В общем, надо его отвезти сюда. А потом спокойно, здравствуйте, до свидания. Быстрее, быстрым шагом уйти отсюда, несмотря на него. Фух. Ты открыл дверь в то время, как я хотел моргнуть. У меня просто вообще сейчас взорвется мозг. Ладно. Что ж, спасибо за просмотр. Это был канал For Friends All Again. Я его никто под названием KOOTOOBOOT. Все понятно, да, если что-то непонятно. В общем, не ставьте лайки, мне особенно. Можете моей команде, ну, как сказать, моим коллегам ставить, мне не ставьте, я этого не заслуживаю. Не подписывайтесь, хотя это наш общий канал, поэтому подписывайтесь. Нет, подписывайтесь на их, а не на меня, вот поэтому вот так вот и делайте. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был не я, и всем пока. Попу мыть, нужно каждый день. Попу мыть, даже если лень. Чистая она теперь, но полотенца нет нигде. Быстрое